Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский дал интервью российской газете, в котором он благословляет войну России в Украине. Три цитаты. «Все мы – милитаристы и имперцы. Когда говорят пушки, должны говорить и музы. Война – это самоутверждение нации. Общественность шокирована. Как мог директор Эрмитажа произнести подобное? Между тем, в России это в порядке вещей. Российская культура кормится от власти, боится власти и раболепствует перед властью. Всякий большой театр в России – крепостной. И в этом смысле Валерий Гергиев – крепостной музыкант, Евгений Миронов – крепостной актер, Никита Михалков – крепостной режиссер, а Михаил Петровский – крепостной директор музея. И несмотря на то, что он гордится своим дворянским происхождением, его место в лакейской у власти, что и подтверждает это верноподданническое интервью».